Одна свадьба и 50 похорон. Владимир Путин выразил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с терактом в городе Газиантеп. Российский лидер подтвердил, что мы готовы наращивать антитеррористическое сотрудничество с турецкими партнерами. Я напомню, взрыв произошел на свадьбе в турецком городе. 50 человек стали его жертвами. Более 100 получили ранения. Террористка-смертница подорвала себя в толпе, когда гости после основных празднований вышли на улицу, чтобы уже на свежем воздухе продолжить торжества. Ну, вот и тут и прогремел взрыв. Ответственный за эту атаку пока на себя никто не взял. Но вот президент страны Реджеп Эрдоган все-таки уверен, что, ну, во-первых, это теракт, а во-вторых, что причастность к нему имеет ИГИЛ, запрещенная в России террористическая группировка. Я отмечу, что Газиантеп находится недалеко от турецко-сирийской границы. В основном местные жители – это курды. Ну а на севере Сирии, как раз южнее Газиантепа, сейчас идут бои между курдскими вооруженными формированиями и террористами группировки ИГИЛ.